Все популярные блогеры собрались в одном месте. Потому что мы не можем найти А4. Всем привет! Что у нас за прекрасный день сегодня? Куда мы двигаем, а? На видеожару! Ура! Так, да, сегодня первый день видеожары. И мы буквально через пару минут уже выдвигаемся. Наши крейзики уже приготовили свои селфи-палки. Будем фоткаться вместе. Ты тоже уже готова выдвигаться на видеожару? Да, скажи, я уже бегу тоже. Так, ну что? Валяетесь? Ева маленький ананас. И Алиса тоже у нас. Два ананаса. Смотрите, какие модные. Так, по традиции, что одеваем? Выбирайте себе значки. Я выберу вот это Алиса. Давайте по одному значку выбирайте, подарим им. Подарим нашим фанам. Так, я выбрал себе вот такой значок. На воздушном шаре Николя Алиса. Привет, как твои дела? Так, все, знакомимся. Fun Family Box. Вот так вот. Так, все, у нас сейчас будет уже выход на сцену. Так, ну что, вы готовы? Да. Пупсы. Привет. Так, смотрите, кто своих любимых блогеров тут увидит. Ох, сколько там вообще фанов. Так, где это видно, чтобы все популярные блогеры собрались в одном месте, а? Где же? А вот там парень с модными волосами яркими, как у меня. Да, все, блогеры пошли выходить уже. За руку Давай, пятерик. Вот так вот. Самый твой ярый фанат. Вот так. I look at you. You make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. Смотрите, сколько людей, а! Наши дорогие! Ну что, ты готова, Алиска? Так, все, ребята, мы спускаемся сейчас! К нашим фанатам! Привет! Всем привет! Привет, привет! Вот такой, знаешь, такие собирал, пацаны, еще выслушал. Это было супер круто. Алиска, ты как?
круто? Офигенно, просто офигенно. Я так благодарен нашим фанам, которые вот там стоят и которые вот там. Тебе благодарен за то, что ты нас смотришь постоянно. Алиса у нас рыдает, потому что мы не можем найти А4. До этого мы с ним не сфоткались, да? Но он же придет еще сюда, как ты думаешь? А4, если ты нас смотришь, посмотри, как рыдает Алиса. Вот, давай пятерик. Чтоб, давай 5, чтобы А4 к тебе пришел. Привет, я Алиса! Так, ну что, у нас вот здесь должна сидеть Алиса, но она сказала, что я не могу. Так что буду я. Так, наша фотосессия. Привет! Привет! Наши фаны, привет! Ты хочешь попасть к нам в видео с видеозарой? Круто! Ура! Привет! Привет! Вот это огромная камера, ребята! Вы только посмотрите! Обалдеть! Пап, стой! Спасибо, пожалуйста! Сколько автографов уже раздала? Не знаю. Сбилась со счета, да? Всем привет! Второй день у нас. Так, мы пришли на зону Kids, мы сейчас выступаем. У нас пока время селфи. Всем привет! Алиска, привет! Так, сейчас будем выступать на зоне Kids, будем на какие-то интересные вопросы отвечать. В чем будет сегодня интересно? Вы знаете канал? Я Алиса, не только Crazy Family канал. Вы уже увидели их, что их на сцену приглашать? Пусть все по территории ходят. Все-таки будет у нас самый яркий и завершающий финал 2019 года видео «Жары», ваши любимые блогеры, сейчас поднимаются на эту сцену. Вы готовы? Пожалуйста, вы готовы? Встречайте! Всем привет! Привет! Ребята, во-первых, спасибо, что вы приехали. Вас ждали. Вас рады видеть. Надеюсь, что вам так же приятно быть здесь, как и нам вас видеть на этой сцене. У вас потрясающий рост канала, потрясающее развитие. Я понимаю, сколько огромной работы стоит за этим всем. У вас в сумме около 15 миллионов подписчиков, да? Да, почти 15. Нормально так развивается это все. И эта сцена, я уже всем говорю. Благодаря нашим зрителям, вот они. Да? Благодаря вам, ребята. Спасибо. Благодарю. Итак, во-первых, сейчас маленький блиц для начала. Готовы к блицу? США или Украина? США. Влоги или постановы? Влоги. Длинные волосы или короткие? Длинные. Счастье или деньги? Счастье. Путешествие или спокойная, светлая жизнь? И то. Работа или отдых? Отдых. А теперь путешествие. Поезд или самолет? Самолет. Пойдем в поезде. Возможно, можно выспаться лучше, но самолет все-таки круче. А самое крутое — это все-таки подписчики, которые в нашем зале. Мы размялись с блицом.
А теперь вы же уже готовы, да? Ты смотришь в зал и выбираешь того, кого хочешь. Девочка в красном платье выбегает к нам сюда, задавай свой вопрос. Бывает ли такое, что вам не хочется сниматься? Да. Если кто-то видео там, какие-то видео, которые мне не нравятся, допустим, то я не хочу его снимать. А какой-то видео не нравится? Ну, это, допустим, если я устала, то... Ну, любой тип видео не нравится. Да, тогда не каждый. В последнее время еще не хочу снимать постанову. Хочу, чтобы видео были живыми. Да? Ты первая, кто заходит сегодня на эту сцену. Как и Сергей замечательный. Смотритесь. Ноги, ровность и челленджи. Ну, три варианта у тебя. Выбери по первое, второе, третье. По порядку. Что из этого любишь больше всего? Ноги? Роблокс. Роблокс, все-таки. Любого выбираем. Какая твоя самая большая мечта? Стать бренд-драйвером. Бренд-драйвером. Я вчера уже говорила, ему очень повезло, действительно, потому что еще, он нравится твой... такой девушке, такой мегазвезде. Какой твой любимый цвет? Сейчас, наверное, белый и черный, скорее всего. Ты хотела бы подружиться с кем-то из своих подписчиков, или ты дружишь с каким-то из подписчиков? Было такое, что ты с кем-то из подписчиков подружилась? У меня много друзей, которые подписчики. Ого! У меня сначала они были сразу подписчики, а некоторые стали подписчиками потом, когда мы начали дружить. У меня есть Николь, Лора, Полина, еще одна Николь. У меня очень много подружек, которые фанатки тоже. Прекрасно. У вас когда-то была ошибка видео? Ошибки видео, чтобы вы уже запостили и заметили, что что-то не так? Да, у нас. А ну-ка, а ну-ка! У нас было на самом деле много ошибок, и по поводу ошибок я бы сказал, наверное, немножко больше. Ошибки, ну, для меня, по крайней мере, это очень классная вещь. На ошибках мы учимся, и именно ошибки делают нас теми, кто мы есть. То есть мы на них растем, совершенствуемся и делаем контент лучше. Допуская ошибки, мы продумываем, как сделать так, чтобы не допускать в следующий раз. Конечно, в нашем контенте были ошибки, и было даже такое, когда нам приходилось очень быстро удалять ролики с YouTube, в тот момент, когда мы в монтаже что-то пропустили, выложили на YouTube и в комментариях прочитали нечто. Мы такие: быстрее удаляйте TikTok, удалить видео! Вот так это примерно выглядело. Да, такие ошибки у нас были. Нет, на самом деле все было достаточно быстро, причем в самом начале каналы назывались Николь Crazy Family и Алиса Crazy Family. Но потом Алиса в какой-то момент заявила, что я не Crazy Family, я Алиса. И причем она в нескольких видео настаивала на этом и отказывалась говорить Crazy Family. И мы канал переименовали «Я Алиса». Просто сахар ребенок у тебя ест? Да. Это у нее от меня. Я в детстве ел сахар, пока родители не видели вас. Кстати, ребята, кто не знает, у нас, мы наконец-то к этому созрели, нас давно просили уже сделать что-то от нас, какой-то мерч. Постоянно в комментариях спрашивают, футболки или еще что-то в этом роде. Мы сделали сейчас значки наши, в Николе Алисе там большая коллекция, и минутка реклама была. Как только вы начинали снимать, вы надеялись, что у вас будет такая большая аудитория? Я думаю, этот вопрос интересует на самом деле многих, и очень часто это, да, в первую очередь интересует взрослых. С чего все начиналось и какие вообще у нас были планы, да? Смотрите, ребят, скажу как есть, и это будет честно. В YouTube мы пришли, и мы не думали о большой популярности, и мы не думали о том, что наши каналы будут такими мега большими. В тот момент, когда мы пришли в YouTube, это был реально сложный период в нашей жизни. Такой трансформационный период. Нужно было просто что-то делать, нужно было что-то начинать новое. В Ютубе мы увидели возможность зарабатывать деньги. Мы не думали тогда о популярности, потому что нам тогда деньги были очень сильно нужны. И когда мы пришли, мы начали делать видео, и тогда уже, когда начала приходить популярность, мы поняли, что это огромная ответственность, и что мы несем, во-первых, большую ответственность за тот контент, который мы делаем. Мы несем большую ответственность за то, что мы транслируем нашим зрителям. И вот это понимание, оно пришло только после этого. И после этого мы уже
осознали, наверное, это пришло где-то после 100 тысяч подписчиков, мы поняли, что вот она, популярность пришла. Потому что мы были тогда в Италии, мы прилетели в Украину, и к нам начали подходить люди, с нами фотографироваться, и мы были в шоке от этого просто. Поэтому вот так, спасибо тебе за вопрос. Если с точки зрения миссии, то для чего мы это делаем и почему? Мы осознали это не так давно. Смотрите, вот эти маленькие красивые лица, которые на нас смотрят, это фактически те люди, которые будут управлять нашей планетой через 15-20 лет. Именно они будут принимать ключевые решения, куда будет идти и развиваться мир. Я понимаю, что то, что мы заложим в них сегодня, это отразится напрямую на нашей планете завтра. И те ценности, которые мы передадим им сегодня, они будут влиять на стратегии и выборы, которые они будут делать. Вполне вероятно, что здесь сидит будущий президент. Может быть, здесь сидят люди, которые будут сильно влиять на природу на нашей планете, защищать и так далее. И какие решения они будут принимать, и как они будут стоять за эти решения, зависит от нас сегодня. Поэтому я понимаю, что цифра в какие-то миллиарды просмотров или какие-то миллиарды подписчиков, это всего лишь цифра на пути к вот этой цели, к вот этой миссии. А теперь сделаем аккуратную обнимашку. Давайте, подходите только аккуратно. Не давим. Коллективная большая обнимашка. Это самая большая обнимашка блогеров на свете. Большая коллективная обнимашка. Все, кто в этой обнимашке участвует, будут успешным блогером уже в следующем году на этой сцене. Договорились? Обещаете? Супер. Благодарю вас, наши любимые подписчики! Ребята, вы только посмотрите! Это железный человек, круто, и он тоже здесь на видеожаре. Обалдеть, вот это крутяк. Слушай, а можно тебе дать 5? И я не сгорю? Подписывайтесь на канал! Ой, такая свиночка, хрю. Слушайте, ну может заведем себе свинку домой?